И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор, Кошак, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Ну что, Серега, ты готов, что мы будем сегодня Кошака пугать? Даже не просто пугать, будем просто мочить его жестко, потому что он в тех сериях просто задолбал меня уже. Пора его мочить. Ребята, все пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днюха вас, ребята, я знаю вас очень много. Ну, а мы будем, Серега, уже ползти под сетку, что-то фигня получается. Я до вас доберусь, засранцы. Я знаю, что надо сделать. Сейчас, мы будем... Давай удивим немножко. Так, есть у меня один чили-пиздрик. Так, я уже понял, что они будут... Нет, это не тот чили-пиздрик, вот она. Так, 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 я слышу, они начинают какой-то фигню уже заниматься. Серега, ты где? Ай! Давай, не жалей их, они вообще ничего не стоят. Все, всех съел. Да. Даже мне ничего не оставил, какой-то жлоб. Жадина, говядина, соленый огурец. Так, знаете что? А чё я не могу никаких... Где невидимые чили-пиздрики? Во, я этого помню, сейчас он оживет. Кто-то там через стенку лазит. А, я могу типа заглядывать в окно. Смотрите. Привет. Ну чё? Ай. Вот так даже можно сделать. Я ожидал. Серега, они ничего не стоят. Да, вообще легкие. Ого. Там можно как-то челюсть с него выровнять, я уже не помню, как это делается. Во, другой режим включил. А, за что меня? Оно через стены валит всех. О, читер. Все, я отдыхаю, сижу. А чего вы там вообще творите? А я сижу возле их решетки, они что-то нифига не делают. Не того, что вы с нами сделали. Я могу вас еще раз убить, но мне просто вас жалко. Я с тобой, Димас, посижу тут рядом. А, привет. Привет. А что-то у тебя ноги трясутся. Да холодно, замерз. Да не, пацаны, такого нас не берет. Это как это слабое очень оружие. Щекотно, знаете, пятки так это разогревает. Слабо, слабо, вообще ни о чем. Димас, они меня зато в стену, вон, смотри, как загнали. Я в стене. Смотри, сейчас тебя прям под жопу закинули. Я в стене, Димас, ладно, встаю. Так, чумной, давай их забросим гранатами. Да у вас гранаты какие-то слабые вообще. Где вы их купили? На блошином рынке где-то. Так, я вам выдал гранат, давайте на счет 3 их забрасываем туда. Бросайте, вы сами себя поубиваете сейчас, смотри. 2. Закидываем их. Да нет, такое не берет. Вообще, ты вообще как-то, Кошак, чё ты такой слабый? Ты же раньше, вообще. Ты раньше какой-то жестче был. Мне кажется, ты слабенький стал со временем. Он своих убивает. Серега, обстоятельства, не хотел. Я вижу, какие обстоятельства. Да эти аниматроники, они со спины валят, так как-то неинтересно. Ну, в этом есть прикол. Только я своих мочу, видишь? Ну ты слабый, как всегда. Кошак, как ты раньше, ты лучше играл. Мне кажется, ты уже все слабым стал. Стареешь. Стареет, но до сих пор эффективен. Серега, как всегда, мочит. Не, вообще ни о чем. Мне кажется, слабый очень стал. Что-то упало тут, что. Так, надо взять какого чили-пиздрика, вот этого вот. Ой, привет. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть у меня в загашнике еще пару штук. Димас, я сейчас. А что я не могу пройти? Сожру. Он же маленький. Не-не-не. Вы вообще какие-то пацаны стрёмные, сами себя валите. Они сами себя убивают. Виктор Кошак, ты вообще какой-то стал очень странный. О, я тебя умоляю. Я всеми способами пытаюсь. У тебя не получается совсем. Димас, я у них внутри. Сейчас. Спасибо тебе, нормально. Я теперь понял, что ты чувствуешь, когда я тебя убиваю. Я не хотел. Да нет, так бывает. Обстоятельства, обстоятельства. Давай, как всегда, мочи, давай. Нормально получилось. Так, пацаны, я свой. Да.
Теперь я понял. Ребят, надо что-то придумать против них, надо как-то отбиваться. Да вы ничего не можете. Если вы пытаетесь от нас избавиться, то у вас это вряд ли получится, потому что мы вас найдем и сожрем. Теперь у меня есть чеда. Такая... Да, чеда, не пишите в комментариях. Так, хватит, короче, стрелять. Ребята, если вам нравится, поддержите нас лайком и подпишитесь на канал, я буду очень рад. А ну-ка, уберите свои конченые решетки, я уже готов действовать, смотрите. Димас просто всех раскидал. Да, вы вообще просто очень слабые, раньше вы были лучше. Я не вижу какой-то активности с вашей стороны. Да, мои тиммейты вообще... Во. Да, они вообще... молодые какие-то, хлюпики. Я вообще за картой просто похожу здесь. Понаблюдай, как я тут их пугаю. Так. Я не знаю, куда лечу, но просто щекотно, ребята, это щекотно. Ого, ты, конечно, взял такого жесткого. Они тебе ничего не сделают. Забрасываем его свинцом, давай. Да. Так, все, я отошел. Я пошел к Сереге. Они тебя валят. Вы же знаете, что это... О, привет! Да, раньше было лучше. Просто наваливаем их. Димас, я открыл дверь, заходи к ним. Я иду. Они тут меня мочат. У них мне не получится. Это пинтуха пришел. Этот мечом пытается убить нас. Его стоит. Давайте какую-то лучшую попытку. Я даже ничего не буду вам делать. Просто покажите, что вы можете. Show me what you got. Да. Как будто комарики это. Не получается вообще ничего. Слабо, очень слабо. А помощнее ничего нету. Ищем помощнее что-нибудь. Надо им стимхи-то почистить. А, да, почищу. О-о, ну получше, но все равно слабо. Опа, вот это уже, конечно, через кафешка пошла. Кстати, а меня заморозило, а как ты это сделал? А мы фокусники. Кошак своих убивает. Как... Молодец, кошак. Виктор, как... О, убили наконец-то. А чем это не замочили? У меня было 800 тысяч. Они спаунятся же друг в друге. Смогли все-таки как-то преодолеть. Респект. Читером, но все равно. Хорошо. Сейчас я покажу кое-что другое. Готовимся к следующему удару. Серега, а ты где? А я тут это в коридоре стою за Фоксиана. Ну-ка, у меня появилась идея. Привет. Здорово, пошли. Ты палишься, Серега, очень жестко. Не пались. Это что за электрошок? Ладно, не палюсь, все. Я замерз. Я ж вспомнил, мы. Персонаж может хавать все двери. А, так ты все сожрал, обжора без мотора ты такой. Обжора без мотора. У меня 750 жизней, это как-то вообще не смогут нас убить. 9896. Иди ты вперед. А, щекотно. О, щекотно. Оп. Ай, просто вперед. Ладно, миссия выполнена. Всех сожрали, пойдем это спать. Так, пока они спят, надо им по лицу надавать. Где они? Пошли искать их. Так, не палимся, так, сидим за углом. А у тебя же не добавляются, когда ты режим меняешь? Ой. Нифига себе, что это за имбовое оружие? Я стал каким-то, ну, таким бешеным. Ты какой-то стрёмный стал, и звуки классные издаешь. Так. И батарейка села. Смотри, кого я сейчас возьму. Это что за шарик? Это не просто шарик. Я не знаю, что надо делать. Просто подождать. Сейчас лопнет. Опа. Свет. О! Я их могу пугать. У них стример появляется. Ты пугаешь, ты не убежишь.
Не, ребята, вы какие-то вообще слабые стали. Ты скримеры только кидаешь, Димас. Так они ничего не видят в это время. Или видят? Ничего вообще не видно. Так, это какой-то неинтересный. Они черную очко там взорвали. Не, не берет. Вообще слабо. Friendly fire. Извини, Димас, обстоятельства. Я друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.